В мегаполисе стартовал турнир ATP-250 Алматы Open. В минувшее воскресенье спортсмены сыграли 8 матчей. Среди участников – казахстанские теннисисты. Уже известна основная сетка турнира. К сожалению, пройти стадию квалификации удалось не всем. Однако в одиночном разряде за победу все еще борются четверо казахстанцев. Подробнее о турнире расскажет наш корреспондент Владислав Иващенко. На прошедших выходных стартовал турнир Алматы. Open казахстанский теннис вернулся на свою историческую родину. Примечательно, что любой желающий может попробовать себя в этой игре. По всему городу установлены такие мини-корты, а также LED-экраны. Можно вдохновляться игрой теннисистов. Если получается плохо, то на каждом корте есть тренеры, которые подскажут, как правильно держать ракетку и как правильно делать удар. Алматы-арена открыла свои двери не только для любителей тенниса, но и для всех жителей и гостей города. Здесь можно посмотреть на игру топовых теннисистов мира и хорошо провести время в зонах активности. На территории арены есть игры на силу, везение и смекалку, магазин подарков и амфитеатр с онлайн-трансляциями матчей и фильмами на тему тенниса. Для удобства до арены курсируют несколько специальных маршрутов. Акиматом города организованы 10 бесплатных маршрутных автобусов, которые будут курсировать с одной точки до Алматы-арена. Их работа будет с 13 по 20 октября ежедневно с 9 утра. Узнать их можно по специальному брендированию. Порадовал казахстанских фанатов тенниса Михаил Кукушкин. В финальной стадии квалификации он одержал победу над россиянином Алибеком Качмазовым. Это позволило опытному спортсмену пробиться в основной раунд домашнего турнира в Алматы. По словам легенды казахстанского тенниса, ему всегда приятно играть дома. За все время Михаил не пропустил ни одного большого казахстанского турнира. Он играл, на самом деле, очень здорово. Счет не отражает борьбы, которая была на корте. Для меня, естественно, было очень важно пробиться в основную сетку домашнего турнира. Конечно, я адекватно оцениваю свои силы и адекватно оцениваю состав участников. Понимаю, что это, можно так сказать, практически нереально. Но, тем не менее, все бывает в спорте. И, играя дома, всегда настраиваешься только на победу, несмотря на то, против кого ты играешь. К сожалению, два казахстанских теннисиста не смогли преодолеть первый круг квалификации. Восходящая звезда казахстанского тенниса 16-летний Амир Омарханов уступил британцу Даниэлю Эвансу. А Денис Евсеев не смог обыграть ливанского теннисиста Бенджамина Хасана. Трансляцию остальных матчей вы можете увидеть на 5 телеканалах Казахстана, в том числе на телеканале «Алматы», официальном информационном партнере турнира. Владислав Иващенко, Хангельде Ахметханов, телеканал «Алматы».